Доброе утро! У нас уже купаются мишки, они все проснулись и да, уже и купаются. Надо принять теплую ванну. И нужно принять теплую ванночку, Антошика. И твою. Только она чуть потеплее, наверное. Да, моя ванночка, да. Не тонет, вот видишь? Вот это вот для них, это бассейн. Да, у меня тут аж как три мишки. Пить? Взять сначала ложечку. Ой, купаются, намочился. Мочи голову. Я буду нырять, нырять. И ты будешь нырять, а у тебя вон ложка. Мам, скоро ты про нас забудешь, будешь у тех купать. Да, вы будете ходить грязнулями. Хочет тоже нырять? Там ныряй. Антоша, ты ему сейчас голову тело. Кушай, пробуй. Вкусно? А, он уже ему голову. Доброе утро! Отличная погода. Сегодня ветра нет. В общем, супер. Просто завтра первый день лета. А мы идем щипать петрушку. Ну, мы уже это делали с 6 утра. Вот сейчас вот 8. Я позавтракала и иду продолжать. Ура! Птички поют. Красота. Сижуня вчера покосил малину, потому что, представляете, уже скоро поспеет малина. Представляете, уже все тепло, красота. Вот она красавица. В общем, уже совсем скоро начинает уже краснеть. Так, вот петрушка. Вот это вот японский сорт. Кажется, что он такой лысенький, потому что там вот дальше... Наша обычная русская, но вот эта вот японская потом так разветвляется, такие кусты становятся, что будут потом рядки прям усеяны. Мы уже дорвали, пойду считать. Сейчас только пойду гляну, что там мои мальчики, они на рыбалке, обрадовались, что нет ветра, поэтому пошли на речку. Свекла уже вот такая вот выросла, морковка. Вообще тут вначале уже, наверное, скоро будем... рвать. Вот тут все пышнее намного. Лук тоже растет. Вишня, вишня, зимняя вишня. Мальчишки. Мы вчера же поймали рыбешечек. А вот еще рыбка. Ну да, там одна есть. Ага. В общем, у мальчишек радость. Антон Сергеевич, что случилось? У меня что-то удочка трясется. Гриш, покажи. Поймал золотую рыбку. Серебряную, да? А эти золотую? Да. Кстати, желтый карась, но долго не водится. Красавчики мои. Завтра первый день лета. Ура! Мамуль, ну как тебе маршмеллоу? Очень вкусно. Понравилось? Я это делал друзьям, да? Плавает. И Миш. Я. Кто-то там их раскрасил. Да? И борода собачку старенькая. Покажи. Откуда ты знаешь, что это сазанчик-то вообще? Да? Покажи. Да нет, это не сазанчик, да? Или сазанчик, Башка? Бабушке покажи. Нет, это что-то такое, я не знаю. Да, что-то такая рыбка, да. Что-то золотистое. Ну, в общем, тогда что там, две штучки? Нет. А сколько? Так, руки мыть. А, такие ведра, да? Угу, вон уловчик с утра. Да, с утра. Да, неплохо. Гриша там поймал, а я за ним продолжу. Я даже и не знала. Он просто такой кинул, а его все время, наверное, этот сазанчик... Ну, это может, это не сазанчик. Водил, он все тягал и тягал, не мог вытянуть. И на какой-то, на 10-й или на 11-й раз я где-то... У нас уже почти обеденное время. Я готовлю обед. У нас сегодня рисовый суп. А Тоха попросил красный. Нужно исполнять желания детей. Я добавила томатика.
сейчас все это закипит, немножечко покипит, я добавлю петрушки и все готово. Рисовый суп красный. Знаете, что делать, чтобы еда получилась вкуснее? Блин, танцевать. Включаю себе радио погромче, и тогда суп будет точно вкусный. Грязная посуда, сейчас пошла мыть посуду. Наш обед. Супчик. И супчик. Со сметанкой. Сейчас еще Гриша придет. Что? Это еда. Суп и суп. Два супа. Да. Фонька пришел из садика и спрашивает сразу, где мои мишки и собаки, да? И сразу съел свою собаку. Твою любимую? А тут дома собаку. Дома хочешь собаку? Да, дома. У нас остались в основном вот такие вот только медвежатки. Малыши. Да, малые. Где маленькие? Это маленькие. Да, это маленькие. Мама. Анти, что мы увидели? Воздушный шар. Полетел. Тебе нравится, Афончика? Мы выехали в магазин с Афоней. А тут такая красота. Мы уже с магазина приехали. И Афонька сразу кататься, да? Потому что... Да, куда-то конфета упала, да? Будем искать? Ну, хорошо. Вообще не знаешь? Вообще.